деньги! Я заслужил! Сюда! Мы туда не взялись! Роник, и тебе конец! Серебро! Руки прочь, я первый нашел! Божественный цепон! А ну, попробуй, сволочь! О, мерзость! Серебро! А, это же мой кровь! Деньги! Мои! Ура! Все мое! Тихо. Ты больше не опасен. А ты дурак, раз лезешь туда, где ни черта не смыслишь. Вашингтон единственный, кто сохраняет армию сплоченной. Убьешь его, и конец нашей свободе. Нет, парень. Не будет меня, им придется повысить Ли, и тогда... Вы оба арестованы! Да это обычная ссора. Чего такого, если двое мужчин разрешают вопросы по старинке? Может, договоримся? Тихо! В чем нас обвиняют? В сбытии фальшивых денег. Я ни в чем не виноват. Ну, конечно. Слушайте, тут все куда серьезнее. Этот человек хочет... Ты... соскучился, дружок? Что, сказать нечего? Раз ты здесь, Вашингтон спасен. Верно, верно. Только... кажется, меня отпускают. Спасибо за помощь, господа. Больше никаких ошибок, Томас. Тебе ясно? А с ассасином чего? Вон он. Его посадили рядом со мной. Не всех переловили, а? Чарльз, займитесь им. Понял, сэр. И что делать? Ты из континентального конгресса. Прихвостень Адамса. Кажется, я знаю. Да. Убьем двух зайцев. Как? Всему свое время. Этот ассасин никуда не денется. Пойдем поищем тебе пристанище получше. Это вы о чем? Я думал, меня освободят. Боюсь, это пока невозможно, спасибо Бенджамину Толмиджу. Он принялся болтать языком, бог весть что. Вас обвиняют в заговоре с целью убийства Джорджа Вашингтона. Что за дерьмо? Я думал, вы разберетесь. Мы обсудим это не здесь. Говорю же, он хочет удрать. Надо сообщить кому-то. Да? Из чего ты это взял? Он с чем-то возился во дворе. Тут же сунул в карман, когда меня заметил. С виду как ключ. Да это нож. Не, Мейсон не боец. Из передряг спасается болтовней. Да, ловкий Уинс. Скользкий гад. Да ну, Финч, он не так уж плох. Даже буквам меня как-то обучил. Напишу своей красавице. Ха, зачем? Думаешь, эта шлюха там ждет тебя? Бережет честь, пока ты не выйдешь, а? Она давно нашла себе другого мужика, а потом еще одного. Заткни пасть, или я ее тебе заткну. Да тише, это шутка. Да? Тогда она не смешная.
все-таки на вас. Оттенок тот же, только уже не применяют. Впрочем, я не эксперт в этом вопросе. Это... Давай! Не хватит, он из пенни-то не растает. Куда мы идем? Веди себя хорошо, или окажешься в яме. Да, по воскресеньям я оставляю дела и... Чего уставился, метис? Английский не знаешь? Угадал? Нет, спасибо. Вчера я до поздней ночи пил шнапс. Сегодня я не... Но легко отделался. Могла бы полный котелок угрей... Вбить малость ума в твою тупую башку! Да? Нет, не слышу. Правда, если газа... Надо бы найти этого Уимса. Если он хочет сбежать, может, и я сбегу с ним. Да ты просто ворюга! Вот и все! Так здорово воняет! Этот лик? Да он скряга, каких мал! Нет, думаю, это чехол. В той деревне еще лет с пять назад половину народу выкосил. Не везет! Говорят, с юга пришел большой груз кармина. Идет? И не напоминайте. Чуваны все... Мейсон Уимс? Допустим. Мне нужна помощь. Ну? Говорят, вы знаете, как сбежать. Мало ли что говорят. Может, обойдемся без игр? Жаль. Я надеялся, вы со мной сыграете. Ладно. Правила не нужно объяснять. Был один парнишка, видать, французская штучка. Раз уж вы меня знаете, как вас зовут? Коннор. Очень приятно, Коннор. Браво! Так, за что вы в Брайдуэлле? За измену. Ложное обвинение. Ну, конечно. Она та еще стерва. Вы мне не верите. С чего верить? С виду головорез. Ошибаетесь. Я честный человек. Уж вроде бы святые люди, имей уважение, так нет. Только вот оказавшийся в тюрьме. Расскажите, как вы сюда попали? Это мое дело. Как и то, о чем вы просите. Он косо смотрит на всех, кто близко подойдет. Мы ставим новую пьесу Гарика, сборище выступать. Как забастовка кончится... Я хотел предотвратить убийство. Чье? Я его знаю? Раньше надо было говорить. Джорджа Вашингтона. Вас эти подговорили, да? Они думают, это весело, смеяться над Мейсоном. Все они просто глупцы. Шутить такими вещами. Джорджу Вашингтону нет равных. Он невероятно храбр и верен, а его убеждения непоколебимы. Этот человек наш хранитель. Он приведет нас не просто к свободе, но к величию. Те, кто в этом сомневается, глупцы. Или предатели. Тогда вы знаете, почему я должен бежать. Если я не спасу его, он умрет. Вы серьезно, да? Хорошо. Но все не так просто. Я подделал ключ, чтобы выйти отсюда. Но Финч украл его. Я 3 месяца его делал. Верните его. Или бежать не удастся. Считайте сделано. Вы что, перестали видеть и слышать? Они же у вас есть, да? Как старый Флетчер помер, эльф-драконы стали бессовестно разбавлять. Дело, а на что похоже светлое пиво во льве? Эти сволочи
слышал, он под охраной. Высокие дубы поставляют коротко. Это они так говорят. А вот когда я сам туда наведался, там только осталось... Эй, мерзавцы, марш по камерам! Из храмов-то. Уж вроде бы святые люди, имей уважение. Надеемся, получим верно. Этот ключ бесполезен. А он нет, мол, только молоко. На что уставился? Муженька подыскиваешь? Нет, думаю, это чехол. В той деревне еще лес. Вот так. Что ж, мы всегда знали, что он талантлив. Прекрасно, что ему удалось пробиться. Ваш ключ не годится. Как это? Не подходит к замку. И не должен. Ваш ключ не работает. Смотря что значит работает. Он поможет. Но не так, как вы ожидаете. Но как? С ним можно добыть настоящий ключ у надзирателя. Нужно подменить их. А не легче забрать настоящий ключ? Зачем все усложнять? Он может заметить пропажу. А так он не догадается. А когда он воспользуется им? Никогда. Вот почему он наша цель. Как до него добраться? Да. Эта часть вам не понравится. Будто другие нравились. Говорите. Надо затеять драку. Что? Начните драку, и вас бросят в яму. И чем это нам поможет? Надзиратель охраняет яму. Оказаться там, значит добраться до него. Я чуть сознание не потерял. Должен сказать, этот план с моей шкурой на кону неплохо продуман. Покалечьте как можно больше. 1-2 только развлекут стражу. Надо их разозлить. У каждого своя роль. Постарайтесь выжить. Перелог, что за охотничьей тропой? Так и не понял, что это было. Просто это они так говорят. А вот как... Он не придет. Мне говорят, не может приходить. Отойди! Отлично! Учите! Немного в яме. Бей этих мерзавцев! Пусти! Взгляните на себя! Жалкое грязное отребье! Паразиты, присосавшиеся к цивилизации, воры и негодяи! А вы это... Осторожно, нельзя поднимать тревогу. Хики, за этой дверью. Тут содержат важных преступников. Камеры большие, просторные и почище.
Даже в тюрьме важно иметь хорошие связи. Спасибо, Мейсон, за все. Я найду способ вернуть долг, когда закончу свои дела здесь. Вернись, болван! Эй ты, вернись. Того ожидал увидеть, да? Это еще что? Я думал, мы вас всех перебили. Вам бы этого хотелось? Избавиться от всех, кто с вами не согласен. Виновен, ваша честь. Твое участие в революции причинило нам много хлопот. Но довольно. Наша работа слишком важна. Но что ты можешь знать, кроме лжи Ахиллеса и баек, которыми кормишь сам себя? Я знаю, что люди хотят свободы, а Джордж Вашингтон сражается за нее. Что? Это ничтожество? Он спотыкается на каждом шагу и после этого с трудом приходит в себя. Его родословная ужасна, как и его военные успехи. Можно продолжать, но на это уйдут дни, так велики его ошибки и так жалки заслуги. С ним надо покончить. И с тобой. Хватит с меня назойливых мух вроде вас. Вот что мы сделаем. Сначала свяжем тебя и оттащим в камеру. А завтра тебя будут судить за то, что ты замыслил убить старину Джорджа. А может и за убийство надзирателя. Ты же его убил. Кто не поверит на слово нашему Чарли. А когда все уладим, тогда... Тогда давно. Ребенок в лесу. Это ты? И я нашел тебя. Да, нашел. Но совсем не так, как ты ожидал. Я угадал? Всего этого можно было избежать, если бы ты меня послушал. Прошлое не вернешь. Сказал, вставай! Иди!
Пока! Привет, Коннор. Ты думал, что я пропущу твои проводы? Слышал, Вашингтон тоже будет там. Как бы чего ни случилось. Ты сказал, что будет суд. Предателям суд не положен. Лихо этим все устроили. Так что тебе сразу в петлю. Сегодня я не умру. Чего не скажешь о тебе. А ну хватит! Шевелись! Ты не один. Дай знак, когда мы понадобимся. Забудьте обо мне. Остановите Хики. Он... Вставай. Мы же не хотим опоздать. Ты просто хотел быть героем, да? И старина Джордж тоже. А награда невелика. Сосновый гроб и все. Братья, сестры, сограждане! Несколько дней назад мы раскрыли ужасный заговор, столь мерзкий, что и сейчас тошно о нем говорить. Этот человек пытался убить нашего любимого генерала. Это так. Кто знает, что за безумие им двигало, нам неведомо. Сам он себя не оправдывает и не кается. Мы умоляли его облегчить совесть, рассказать нам все. Но он упорно хранит молчание. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что еще нам остается? Он хотел послать нас прямо в пасть нашего врага. А мы отошлем его душу прочь из этого мира. Пусть Господь примет его душу. Надо остановить Хики. Иди. Хочу знать, чем все...
дороже. Бежим! Дьявол! Я надеялся прожить еще пару деньков. Жаль. Мне нужны ответы. Зачем Джонсон скупал земли моего народа? Почему целью Питкерна были Адамс и Хэнкок? Зачем убивать Вашингтона? Почему ваш орден поддерживает британцев? Мне почем знать. Тамплиеры, Ли и этот Хейтем. У них в руках деньги и власть. Вот почему я поставил на них, только поэтому. Они, конечно, что-то бредят про будущее. Но мне на все это плевать. Пусть себе поют про беды человечества. Пусть строят свои заговоры и ставят ловушки. Мне все равно. Они платили, я делал. Я не спрашивал, зачем и почему. Плевать. Ты решил помогать тем, кто хочет уничтожить все человеческое, потому что тебе это выгодно? А что не так? Я не дурак, какой жертвовать всем ради принципа. Что это вообще принцип? Его в банк не снесешь. Не смотри так на меня. Мы разные люди. Ты, как блаженный дурак, гоняешься за радугой. А я человек простой. Мне нужны только пиво в одной руке, да бабья титька в другой. Но я могу получить, что хочу. И получал. А ты вечно с пустыми руками. Опустите ваши чертовы ружья! Этот парень герой! Генерал иногда бывает таким упрямым. Вздор, сказал он, когда мы предупредили его об этом. Вздор! Хватит! Он хотел убить генерала и чуть не убил вас. Он был негодяем. Но человеком. Хм! А вы верны принципам. Где Вашингтон? Мне нужно с ним поговорить. Укатил, как только ваша казнь пошла не по плану. Он уже на пути в Филадельфию, наверное. Значит, я тоже. Что-то не так? Он все еще в опасности. Хики был не один.